Мы делаем это каждый день. Покупаем продукты, готовим, едим. Еда – это то, без чего мы не можем жить. Но если в обычные дни пища – необходимость, то в праздники она становится еще и наслаждением. А иногда даже излишеством. С картофелем жареная курица после салата оливье залакировывается, я смотрю, какими-то десертами. Мы подвергли праздничные кулинарные традиции тщательному анализу. Мы попытались смоделировать ту ситуацию, которая складывается, и посмотреть, что же при этом происходит. Мы выяснили всю подноготную наших любимых праздничных блюд. Каждый из которых абсолютно может быть полезным продуктом, но в совокупности представляет собой тяжелую бомбу замедленного действия. Мы узнали главные секреты удачного праздничного застолья и опробовали их на себе. Действительно, зачем нам гости, Виктория? Ой-ой-ой. О, пропадай, моя телега, все четыре колеса. Мы поняли, за что так любим праздники. За праздничным столом любое блюдо приобретает особый вкус. Вкус счастья, вкус надежды. Проще говоря, вкус жизни. Не, ну опять бардак, понимаешь? Опять женское царство. Куда ты делал мои баклажаны, а? А баклажаны у тебя в руках. Помоги мне лучше горошек этот открыть. Вик, я не могу тебе помочь открыть горошек, потому что мне еще нужно почистить тыквенные семечки нам для салата. А, купить чищенные тыквенные семечки. Ты не пробуй. Чищенные тыквенные семечки? Если вы ждете гостей, но так же, как и мы, не готовы к их приходу, наверное, вы себя чувствуете сейчас примерно как Вячеслав. Нет, я чувствую себя прекрасно, а ты не волнуйся. Все будет хорошо, все под контролем, все прекрасно. Я не волнуюсь, я спокойно как удав, хотя, безусловно, приход гостей – это стресс для человеческого организма. Особенно, Викочка, дорогая, если ты не знаешь, чем этих гостей будешь угощать. Ну, я думаю, что в честь праздника можно позволить себе все. Все? Виктория? Ну, почти все. Ну, я думаю, поскольку мы ведем программу о вкусной и полезной пище, я подчеркиваю полезной, то на нашем столе должны стоять только полезные блюда. Но ведь все самое вкусное, оно очень вредное. И так иногда хочется побаловать себя какой-нибудь вреднятинкой. Вот оно, наконец-то, истинное лицо Виктории Агаповой. Знакомьтесь, новоявленный диетолог Вячеслав Манучаров. Здравствуйте. Подготовка к празднику, выбор подарков, ожидание гостей. Привычный с детства ритуал, кульминация которого остается неизменной – застолье. В конце каждого праздничного сезона врачи подводят неутешительную статистику. По их оценкам, за это время на 20% вырастает количество экстренных вызовов. Большинство из них – результат ударных праздничных трапез. Можно ли совместить застолье и заботу о здоровье? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили подвергнуть праздничные кулинарные традиции тщательному анализу. В нашем эксперименте приняли участие 4 человека. Нина Николаевна, Алексей, Юлия и Андрей. На застольях праздничных мне всегда нравится это разнообразие кухни. Это начиная от овощных салатов и заканчивая мясными. Ну, фигуру хочется как бы все это сохранить, не хочется переедать. В принципе, все равно. Организм молодой все переварит. Я всегда очень внимательна к еде, очень за собой слежу. Сегодня участники нашего эксперимента примут участие в праздничном застолье. Они будут выбирать еду, не зная, что диетолог Маргарита Королева следит за каждым их действием. Вот оно, по-нашему, по-русски. Традиционно не менее чем 13 блюд на столе. И собирается замечательная компания. Молодцы. Смотрите, хлеб раздается. Ну, традиционно обязательно беленький, черненький, все выбирают. Все как всегда. На нашем экспериментальном столе самые традиционные блюда российской праздничной кухни. Участники застолья будут выбирать и есть, а диетолог оценивать их выбор. Как мы выяснили, у каждого свой вкус жизни, поэтому я сегодня буду готовить то, что вкусно. И то, что вредно. Ну, а я буду готовить, наверное, то, что полезно. И невкусно. Ха-ха, зритель и гости рассудят, что вкусно, а что невкусно. Салат оливье. Самый вкусный салат на свете. И самый вредный. Ну, при этом без него невозможно представить себе ни одно застолье. К сожалению, это правда. Оливье – самый любимый салат в России. При этом оригинальный его рецепт не имеет ничего общего с тем, к чему привыкли простые советские труженики. То есть мы с Викуськой.
честь создания салата, ставшего в нашей стране главным символом любого праздничного застолья, принадлежит Люсьену Оливье. Более 100 лет назад его ресторан «Эрмитаж» был самым модным заведением Москвы. И не в последнюю очередь благодаря майонезу из дичи, так в те годы назывался знаменитый Оливье. Однако оригинальный рецепт этого салата имел мало общего с тем, как его готовят сейчас. Сегодня классический майонез из дичи можно найти только в нескольких ресторанах столицы. Мы берем картофель. Начинаем резать. Картошка не должна быть переваренной, ну и, конечно, недоваренной, естественно. Берем маринованные огурцы, тоже шинкуем ломтиком. Отварной язык говяжий, куриное яйцо, копченую курицу. Не обязательно куриное филе, можно и куриное квесо. У нас здесь и соленые огурцы, и маринованные огурцы, и майонез, и кетчуп. И поэтому не добавляем ни соли, ни перца. Берем такую формочку. Для чего мы шинковали язык соломкой. Также каперсы придадут этому салату пикантность. Мы немножечко добавляем еще майонеза. Более 100 лет назад в состав салата входило филе рябчика, переложенное пластами мясного желе. По краям блюда были разложены раковые шейки и телячий язык, а в центре возвышалась горка вареного картофеля. Снимаем формочку. Обкладываем свежим огурцом. Для того, чтобы салат и украсить, и чтобы он не расползался на тарелке. Вся эта композиция выглядела очень красиво и была призвана возбуждать аппетит. Каково же было удивление Люсьена Оливье, когда он увидел, что делали посетители ресторана с его творением. Гости Эрмитажа тут же смешивали все ингредиенты, превращая блюдо в какую-то кашу. О, салатик. Вкусный оливьешечка. Вот, ага. Удивившись странным вкусом русских, повар решил, что клиент всегда прав, и стал подавать майонез из дичи в перемешанном виде. Популярность салата тут же возросла в десятки раз. Из рябчиков и раковых шеек это, наверное, очень вкусно. Не пробовал, но у нас будет обычный домашний салат с вареной колбасой. Сюда я уже положила вареный картофель и вареную морковь. А ты кладешь в этот салат все то, что потеряло уже витамины. Вот это вот вареная морковка, вареный картофель. Я буду готовить зеленый салат. У него история даже побогаче, чем у твоего оливье. Его люди тысячелетиями ели, даже не спускаясь с деревьев. Туда у нас войдет листья зеленого салата. Раз. Базилик. Помидорки черри. И, внимание, барабанная дробь, руккола обыкновенная. Она ее не ест. И не знает, что в ней огромное количество витамина А. Еще этот витамин называют витамином красоты. Нет, я ем руккулу, ем. Но сейчас я хочу обычный зеленый горошек. Господи, как... Из баночки. И, между прочим, витамина А в нем тоже очень много. А также это овощ очень богатый белком. Белка в нем практически столько же, сколько и в говядине. И это самый калорийный овощ. Он... калорийнее, чем картофель в целых два раза. О, это точно. Ешь картофель с горошком и через неделю в дверь не войдешь, джинсы не оденешь. Немножечко. Листья салата резать не надо. Лучше их ломать вот так, как делают итальянские повара. Говорят, так вкуснее, потому что все, что руками делается, вкуснее. А у меня зато зеленый, уже все почти готово. Вот твой зеленый соленый огурец, это вообще враг всей диетологии. Люди, кто хочет похудеть, не подвергайтесь на соблазн вот этому огурцу, потому что, знаете, вызывает дикий аппетит и все такое прочее. А где же мой огурец? Ну вот. Друзья, кто хочет похудеть, будьте осторожны с соленым огурцом. С момента изобретения салата оливье прошло почти полтора века. И рецепт этого блюда менялся вместе с историей нашей страны.
Вместо раковых шеек мы стали использовать вареную морковь. Вместо языка – колбасу. И лишь одно осталось неизменным. С первой ложкой оливье мы оставляем за спиной серые будни и погружаемся в волшебный мир праздника. Двое из четырех участников нашего эксперимента начали застолье именно с салата оливье. Замечательный продукт оливье. Это просто культовый продукт для всех наших праздников. Но это майонез или сметана, то есть 70% жира в составе. Это отварная морковь, отварной картофель, то есть простые углеводы, витаминно-минеральный комплекс, весьма-весьма бедненький. А если к этому еще добавляется колбаска, мы уже понимаем состав этого продукта. Это соль, это крахмал, это большое количество целлюлозы, это минимальное количество мяса, это улучшители вкуса, что в совокупности представляет собой тяжелую бомбу замедленного действия для любого организма. Сами по себе несколько ложек оливье вряд ли способны навредить здоровью. Но если увлечься салатом в самом начале застолья, в организме замедлится метаболизм, и все остальные блюда будут перевариваться гораздо труднее. Выхода два. Первый – заменить оливье на легкий зеленый салат. Нина Николаевна сделала правильный выбор. Она съела достаточное количество овощей, свежих овощей в составе салата, которые имеют длинные углеводные цепочки, витаминно-минеральный комплекс, хороший антиоксидантный состав, приправленный полиненасыщенными жирными кислотами в составе растительного масла с добавлением витаминов и жировых компонентов в составе кедровых орехов. Это хорошая работа кишечника, это хорошее настроение, потому что удовольствие Нина Николаевна получила, уверена, не меньше, чем могла бы получить от привычного продукта, чем удивить, собственно, невозможно. И второй вариант – изменить состав самого оливье. Вместо картофеля взять вареные кабачки. Вместо консервированного горошка – замороженное. Вместо колбасы – филе курицы или индейки. Главный ключ к созданию здорового салата – заправка. Если использовать обезжиренный йогурт, калорийность салата снизится почти в два раза. Если все же заправлять салат майонезом, то лучше приготовить его самим. Оливье я заправлю, конечно же, майонезом. Виктория, печень тебе этого не простит, а поджелудочная железа вообще подаст на тебя в суд. Я знаю, что майонез это вредно, поэтому майонез я, как говорится, приготовлю в домашних условиях. Для этого нам понадобится 3 яичных желтка, немного горчичного порошка, соль, сахар, лимонный сок вместе с уксусом и растительное масло, в данном случае оливковое. Почему я использую только желтки? Потому что салат у нас появился и так уже очень калорийным, поэтому белки я не использую. Виктория, калорийный салат получился у вас, а у нас он получится диетический. Почему? Потому что... Внимание на экран. Почему? Потому что я буду заправлять его тем же, чем заправляли его наши предки 1100 лет назад. Значит, это будет бальзамический уксус. Оливковое масло. Мое. Общее, Виктория, оно принадлежит всему миру. Вот так чуть-чуть оливкового масла. После этого начищенные мною, а не купленные в магазине, тыквенные семечки. Раз. Немного. Знаете, что это такое? Кедровый орешек. Это мужская сила, Виктория. Кедровых орешков. Я съела сейчас ничего со мной. И... Вы рядом, не волнуйтесь. И, естественно, лимонный сок. Вот так вот выливаем. Вот. И практически все готово. Для заправки салатов используется оливковое масло самого высокого качества. Это не менее элитный продукт, чем, например, дорогое вино. У такого масла есть свои ценители и свои правила дегустации. Нам понадобится взять бокал. Бокал для вина. Желательно, чтобы у него стенки сходились вовнутрь, сужалось горлышко. Налить нужно не так много, как у меня налито. Всего 15 миллилитров. Этого вполне достаточно. Дальше нужно бокал немножечко подержать в руках. Это важно. Почему? Потому что лучше всего свойства масла, его вкус и аромат будут проявляться, если мы его немножко нагреем. Дальше мы его так немножко подвигаем в бокале,
и принюхаемся. Если верить знатокам, хорошее масло обязательно должно пахнуть свежескошенной травой и зеленью. А вкус оливкового масла – это мелодия, состоящая из трех нот – сладости, горечи и остроты. Все эти три вкуса могут проявляться в одном масле. Совершенно не обязательно, чтобы это были три разных масла. На кончике языка мы почувствуем сладость, дальше основанием языка можем ощутить горечь и остроту. Ее еще называют першением. Просто вот совсем-совсем глубоко в горле. Хорошо, когда у масла это есть. Технология производства оливкового масла была изобретена еще в Древнем мире и почти не изменилась с тех пор. Плоды оливкового дерева собирают и отправляют на отжим. Результат – оливковый сок, в котором содержится 20% жира. Этот жир и есть основа для будущего масла. Вкус и аромат оливкового масла зависит от того, где его производят. Ценители знают, какие сорта масла лучше всего подходят для разных задач. Ну, к примеру, я очень люблю готовить домашний майонез. Я считаю, что это прекрасный, здоровый соус. И для него я всегда использую масло сорта арбекина. То есть это такое мягкое, сладкое масло. Потому что мне не кажется, что у майонеза должен быть уж очень насыщенный вкус. Майонез, между прочим, романтический, я бы даже сказала, героический соус. Виктория, какое-то у вас странное представление о романтике. Яйца и масло. Гасите это свет. Все, что было у защитников города Маон после долгой осады англичан. И они все время готовили омлеты, яичницу и прочим все это надоело. Герцог Ришелье приказал повару что-то придумать новенькое. Он смешал, повар, яйца вместе с растительным маслом, добавил туда немного соли и специй. Получился обалденно вкусный соус, который в честь города Маон назвали майонезом, между прочим. Вы сейчас, Виктория, с кем разговаривали, простите? Помогите мне майонез, пожалуйста, готовить. С герцогом Ришелье я разговаривала. С удовольствием, он уже стучится в дверь. Давайте быстрее. Три яйца. На подходе. Быстрее при помощи миксера, хотя, впрочем, лучше, конечно, использовать как раньше. Знаешь, венчик, я бы сейчас посмотрела, как ты бы стояла. Нет времени, Виктория, мы же на телевидении, я вам секрет открою. А не на кухне дома. И взбиваем? Яйца. Так. Немного горчичного порошка, буквально пол ложечки. Горчичный порошок, кстати, сложно найти очень. И? Немного соли. Можно чуть поменьше, как говорила героиня Людмила Марковна Гурченко. Соль – это белый яд. И немного сахара. А сахар – это сладкий. Взбиваем. Взбиваем. Ой, до чего техника дошла? Виктория, чувствуете, что бы вы без меня делали? Чувствую. Вот я наливаю тем временем оливковое масло в мерный стаканчик. Так. Вытираю одновременно об мой фартук руки. Дальше. И теперь, видишь, все вот эти ингредиенты уже у нас смешались. Мы должны добавлять растительное масло буквально по одной капельке, для того, чтобы произошло смешение желтков вместе с растительным маслом. Нужно это делать очень медленно, прямо по одной капле, иначе может он свернуться. Про смешение мне нравится, лейте. Не льем, а по капельке. С точки зрения химика, майонез – это эмульсия, а значит, масляные капельки в нем должны находиться в нерастворенном виде. Чтобы проверить, достался ли вам настоящий майонез, наберите немного соуса в чайную ложку, положите на сковороду и подогрейте. Если все в порядке, то вскоре на сковороде останется чистое масло. Остальные компоненты эмульсии испарятся. Вик, вот есть тебе что-то, понимаешь, от какой-то... Немецкий аптекарь. Видишь, начинает похоже быть на майонез. Что сказать правду? Вижу. Видишь. Вот уже, когда примерно майонез приобретает такую консистенцию, видите, что он похож на майонез, ничего не свернулось и все выглядит хорошо, можно начинать лить уже масло тонкой-тонкой струечкой, а не по капельке. В это время уже можешь увеличить скорость. Увеличиваем. Увеличиваем скорость. Слушайте, как красиво! Видишь, о! Это стало совсем похоже уже на густой майонез. И для того, чтобы теперь сделать его, наоборот, более жидким. Это что такое? Это лимонный сок вместе с уксусом. Добавляем буквально две ложечки и еще
Немножечко взбиваем. Посильнее. Посильнее. В Италии смесь яиц и оливкового масла была известна с глубокой древности под именем айоли. Историки подозревают, что повар герцога Ришелье позаимствовал свой рецепт именно у итальянцев. Как ты себя чувствуешь? Что? Как ты себя чувствуешь? Рядом с вами прекрасно, Виктория, а вы? Чувствую себя практически поваром герцога Ришелье. Что поваром-то? Я себя вообще герцогом чувствую. Вот я поэтому поваром. Виктория, ну давайте, что дальше, открываем? Открываем. О! Тут и добавляем теперь... салатик? Вот так делаем. Оп! Вики, все продумано всегда. Оп! Так, ну, оп! Возьмем новую ложечку красивую. Ты попробуй. Что получится на... Ой, так много не надо. Нет, Виктория, вы знаете, все равно лучше любимого оливкового масла для меня ничего быть не может. Ну, а я, заправив оливье нашим домашним майонезом, оставшийся майонез положу в небольшую стеклянную баночку, накрою крышечкой, и в холодильник примерно неделю он может там храниться. Приготовленный салат часто ждет своего часа несколько дней. Заготовленный в начале праздников, тазик оливье обычно составляет центр жизни семьи на протяжении всех каникул. Мы решили выяснить, что же происходит с блюдом за это время. Мы с вами попытаемся смоделировать ту ситуацию, которая складывается у каждой хозяйки дома, когда хозяйка заранее делает салат. Чтобы исследование было объективным, мы положили в оливье только свежие продукты, соответствующие государственным стандартам. Свежее сырье для приготовления. Если оно подвергается варке, то в соответствующей воде варить после того, как вы его помыли. Что касается продуктов животного происхождения, то следует обязательно мыть яйца перед варкой. Выбирая мясо или колбасу для этого, следует тоже руководствоваться тем, как она выглядит. Как бы соблазнительно ни выглядела идея салатной заготовки, специалисты не советуют смешивать ингредиенты более чем за час до подачи на стол. Лучше хранить отдельно овощи и отдельно, например, такие компоненты, как зеленый горошек и колбаса. Зеленый горошек имеет более высокую влажность, соответственно, он может повысить общую влажность продукта. Кроме того, зеленый горошек более мягкий по консистенции, он может смяться во время хранения. Однако чаще всего салат все же готовят заранее. Ту часть, которая призвана украсить застолье, сразу же заправляют майонезом. Остальное отправляется на хранение. В нашем эксперименте участвуют три образца. Первый был заправлен майонезом и на протяжении суток перемещался из холодильника на стол и обратно. Второй оказался в пластиковом контейнере и провел несколько суток при температуре плюс 10 градусов, как на стандартной лоджии. Третий тоже оказался на лоджии, но в алюминиевой кастрюле под крышкой. Первый раз мы отправили пробу салата в лабораторию спустя сутки после начала эксперимента. Образец номер один от того, что он путешествовал из холодильника на стол и обратно, при осмотре на пленке образовался конденсат, который поспособствовал, видимо, всегда способствует влагоразвитию микроорганизма. И при анализе оказалось, что общая обсемененность салата всеми группами микроорганизмов возросла на порядок. Хотя в этом салате количество бактерий выросло в 10 раз, его все еще можно есть. На основании того эксперимента, который мы с вами провели, мы можем твердо говорить, что этот салат, образец номер один, заправленный майонез, в течение суток есть можно. Затем в нем происходят изменения, которые привели к тому, что следовало бы в дальнейшем воздержаться от его употребления. Причина стремительного роста бактерий в первом образце – майонез. Именно он составляет питательную среду для микроорганизмов.
В образцах номер 2 и номер 3, которые хранились без заправки, количество бактерий за первые сутки почти не изменилось. Их оставили на балконе еще на 3 дня, а потом снова провели анализ. В образце номер 2, в пластмассовой коробке, герметично закрытые, возросла кислотность, по-видимому, развились анаэробные микроорганизмы. Оказалось, плотно закрытая крышка не спасает от микробов, ведь многие из них способны жить и без воздуха. Те анаэробные, которые развиваются без воздуха, они нашли благоприятные условия для своего развития. Находясь в виде спор, когда мы определяли их в начальном салате, они там нашли благоприятные условия, проросли, а за счет этого возросло микробное число. Образец номер 3 тоже безнадежно испортился. На третьи сутки оба образца салата пришлось выбросить. Количество бактерий приблизилось к границе допустимой нормы. К тому же пластик и алюминий – не лучшие материалы для хранения продуктов питания. Компоненты, которые входят в состав пластиковой посуды, могут переходить в сами продукты. Точно так и алюминиевая посуда. Итак, 3 дня – максимальная продолжительность жизни оливье. Однако диетологи советуют вообще отказаться от идеи заготовок впрок и дарить себе и гостям незабываемый вкус свежих продуктов. Тем более сам оливье, по исторической справке, его готовил только всегда свежим. Слава, как ты думаешь, если мы... Слава, я с тобой разговариваю. Я слышу тебя. Если мы накормим наших гостей грибами, им понравится? Я думаю, им очень понравится. Но они могут к нам больше не прийти. Они могут вообще больше никуда не прийти. Слав, ну я про нормальные грибы говорю. Например, шампиньоны. Я очень люблю грибы, вот шампиньоны, сыроежки. Ой, собираешь, ешь. Но отношусь к ним с огромной любовью и осторожностью. Боюсь я их. Вот я хочу приготовить жульен. Ну, ни один диетолог тебе не скажет, что жульен – это полезное блюдо. Жульен – это сметана или майонез. Жульен – это грибы. На самом деле вкусный продукт. В совокупности достаточно калорийный. Если мы высококалорийный продукт положим еще и на хлебушек, мы увеличим жирогенность употребляемой пищи в целом и создадим проблемы для желудочно-кишечного тракта. Ну, это же вкусное блюдо. Вкусное. Ладно, готовь. Будет готовить жульен. В конце концов, грибов бояться, в лес не ходить. Ну, а я буду готовить баклажаны, фаршированные грецкими орехами. Ну, по рецепту, естественно, кого? Твоей бабушки. Абсолютно верно. Все уже знают, что все самые полезные и вкусные продукты готовила моя бабушка. Для этого нам понадобится... Сейчас раскалю сковородочку. Для этого нам понадобится баклажан. Значит, вот из такого красавца он должен превратиться в такой. Чтобы баклажан был съедобный... На тебя похож. Виктория, вы тыкву отчетливо видите? Чтобы баклажан был съедобный, его нужно отмочить в воде, чтобы солонин из него ушел. Вредное вещество солонин уходит из него, благодаря тому, что мы его отмачиваем. После этого мы его варим немного. Виктория, почему вы с таким лицом все время смотрите, когда какие-то важные вещи говорю? Варим баклажан, потом мы наш вареный баклажан разрезаем на маленькие такие вот продолговатые кусочки. Вот такие. Виктория, видите? Да, похоже на стелечки. Вот у Виктории все вкусные продукты ассоциируются со стелечками. Ну, или на язычок еще похоже. Не будем экспериментировать. Берем наши стелечки и язычки и обжариваем на маленьком огне на сковородке. Пока обжариваются наши баклажаны, я приготовлю непосредственно то, чем мы фаршируем наши баклажаны. Для этого мне понадобятся грецкие орехи, чеснок, укроп, петрушка. И потом, когда мы уже это приготовим, для украшения гранатовые косточки. Берем чеснок. Вы понимаете, что это, помимо того, что это вкусно, это универсально быстрая закуска. Но кроме того, это потрясающе полезно. Потому что, ну, посмотрите, вот чеснок, это же... Запах. А запах. Такая закуска не только принесет пользу, но и поможет справиться с другими блюдами, ожидающими нас на праздничном столе. Жировые и белковые составляющие максимально позитивно сочетаются с овощами, с зеленью. Дополняют друг друга, ускоряются обменные процессы при употреблении овощей, усиливается процесс пищеварения. Это просто кладовая витаминов полезного. И чеснок
от гриппа и очень вкусно. Запах, да, национальный чуть-чуть, скажу честно. Но зато вкус абсолютно международный. Вот такой у нас получается, как сказать, соус. Туда можно добавить еще петрушечки, укропчика. Добавляем туда грецкие орехи. Опять же, чуть-чуть... Грецкие вот орехи, ты уверен, что это полезно? Масса. Грецкие орехи? Да ты что, это сила вообще. Побольше надо добавить. Не надо, Виктория, советовать. Вы знаете, у нас не страна советов. Так, после этого ложку. После этого вот так вот делаем такой вот. А вы пока рассказывайте, Виктория. Я готова. Я заранее обжарила шампиньоны, примерно 100 граммов, вместе с двумя головками репчатого лука, чуть-чуть сливочного масла. Здесь у меня отдельно подготовлена сметана. Все это обжарила на растительном масле и уже теперь разложила в кокотнице. О, наконец-то, найдено название для посуды. В честь Виктории название. Да, разумеется. И вот берем сыр, натираем его. В этот момент я вынул уже наш баклажанчик с сковородки. И вот так вот ложечкой его фарширую. Фарширую, Виктория. Вот так вот красивым движением на себя закрываю. Обязательно на себя? Обязательно. А если от себя закрутить? От себя, значит, не полезно. На себя вся польза, от себя вред. Так, можно я чуть-чуть ваш сыр вот так вот подвину? Раз, спасибо. Благодарю. И вот так вот я делаю. И украшаю вот так вот гранатиком. Запах хороший. Запах, а вкус какой? Вкус не знаю пока. Вот смотри, что у меня в кокотницах. Еще раз. Грибы. Так. Масло. Так. Сметана. Ага. И сверху слой сыра. Ну, для любой... того, чтобы в духовочке это запеклось и будет корочка. Вик, ну, мне кажется, любой диетолог тебя за этот рецепт на костер. Хочешь, открою тебе один секрет? Особенно в средневековье, ну. Знаешь, чем занимаются диетологи в одиночестве? Аккуратнее, Виктория, здесь у нас утренняя программа. Они закрываются в своих кабинетах. И едят. Что едят? Все едят. Что, даже грибы? Да грибы особенно. Кошмар. Это практически то же самое, что узнать, что Деда Мороза нет. А я в духовочку. А волшебные рукавички? О! Подожди. Прошу вас. Оп! Вообще, я очень хорошо помню, каждый праздник у нас в семье готовили вот эти вот жульены. Я помню, мы детьми подходили и по запаху узнавали, что сегодня... Походили к дому и по запаху узнавали, что сегодня будут жульены. Ну и баклажаны тоже, потому что и у жульенов, и у сегодняшних моих баклажанчиков вкус и запах за версту. Обратите внимание, как много ждет гостей, Вячеслав. Участники эксперимента успели попробовать не только салаты и жульен, но и другие закуски, а также курицу с картошкой и телятину с черносливом. По оценкам диетолога, ни одному из них не удалось ограничиться исключительно полезной пищей. Даже Нина Николаевна, лидирующая в общем зачете, в конце концов пала жертвой банки со шпротами. Мы помним вкус шпрот. Он из нашего детства, он какой-то домашний, он близкий, мы помним его на хлебушке. Но надо сказать, что процесс копчения полностью убивает все полезные компоненты этого продукта. Но фенолы, формальдегиды, ацетон, что являются продуктами неполного сгорания древесины, используемые для копчения этого продукта, я думаю, что полностью снивелируют весь тот позитив от параллельных альтернативных продуктов, которые человек использует. Вот, моя закуска уже и готова. Ну, пока все диетологи рыдают у экранов своих телевизоров, Виктория не перестает удивлять нас блюдами вкусной, но не полезной кухни. Виктория, а что вы на горячее будете готовить? Курицу? Я приготовлю курицу, запеченную с картофелем под майонезом, потому что он еще у меня остался. Если при выборе закусок следует думать о том, как избавить желудок от перегрузок, появление горячего – время насытить организм максимальным количеством полезных веществ. Юля берется за мясо. Из всех зол она выбрала меньшее. Она сделала источник полноценного белка – телятину. То есть продукт, который привносит в наш организм большое количество питательных ингредиентов. Прежде всего, белок запускает обмен веществ и помогает этой поддерживать скорость обмена веществ. Правильные овощи. Она взяла листья салата.
Я думаю, что Юля, наверное, сделала более правильный выбор относительно ребят. О, берегись, институт питания. Вообще, если говорить по чесноку, то есть честно, пахнет это все потрясающе, выглядит тоже очень аппетитно. Если бы я на секундочку забыл, что сегодня я воюю на стороне полезной пищи, съел бы это, не моргнув глазом. Съешь. Нет. Ну, один. Я помню, как в 1999 году высшее театральное училище имени Бориса Щукина. 135 кг живого веса. Я тогда и помню курочку с картофанчиком и с майонезиком, и жульенчики, и салатик оливье любил. Но все, нет, завязал. И теперь я ем только полезную пищу. Поэтому сегодня я буду готовить телятину с черносливом. Уникально вкусное блюдо. Почему? Три составляющих. Во-первых, телятина считается легким мясом. Во-вторых, чернослив нормализует пищеварение и помогает похудеть. И кроме этого, есть еще один рецепт, который я сейчас расскажу. Ну, если у вас хороший метаболизм, то вам и так можно есть все подряд. Главное, в умеренных количествах. Абсолютно верно. Рецепт блюда телятины с черносливом пришел к нам из Греции. Однажды одной древнегреческой женщине по секрету, я бы даже сказал, по блату, сообщили рецепт этого блюда. Но кто сообщил? Богиня Гера, по совместительству жена Зевса. Ну, так просто шепнула и говорит, бери телятину, кидай с черносливом, готовь, и будет тебе счастье. Значит, каким-то абсолютно случайным образом этот рецепт дошел до кого? До твоей бабушки. Абсолютно верно. Виктория, вот за что я вас люблю? За такой, как сказать, подхват, чувство локтя. Да, этот рецепт дошел до моей бабушки, которая рассказала мне. И сейчас я расскажу этот рецепт всему миру. Значит, для приготовления этого блюда нам понадобится телятина, чернослив, масло, специи по вкусу и, самое главное, холодная вода. Рассказываю. Значит, смотрите, внимание, рецепт. Виктория даже, посмотрите, напряглась и слушает. Когда я уже давно готова. Вы пожарили лук, когда вы пожарили мясо, вы это мясо кладете в казанок, вот так, много его обжаривать не надо, совсем чуть-чуть. Оно должно быть чуть-чуть вот так вот, в таком состоянии. Вы кладете это мясо вот так вот в казаночек. И, внимание, берите блокноты и записывайте рецепт молодости, красоты и хорошей фигуры и отличного пищеварения. Заливать это надо ни в коем случае не горячей водой, только холодной. Почему? Потому что мясо, особенно такое нежное, как телятина, при соприкосновении с горячей водой дубеет. А при соприкосновении с холодной она остается таким же мягким и нежным и тает у нас во рту. А когда ты положишь чернослив? Чернослив, как ты могла заметить, я положу через 10-15 минут после того, как наше это блюдо начнет уже кипеть. То есть кладем, через 10 минут оно начинает кипеть, и тогда закидываем чернослив. Чернослив желательно брать без косточек, хотя настоящая рецептура готовится с косточками. Продолжите, Виктория, про свою чудо-птицу рассказывать. Помыли, натерли солью, свежемолотый черный перец, картошечку сырую почищенную, кружочками тоже соль, перец, все. Так, и что дальше? Дальше самое твое любимое. Что? Майонез. Ну, так как ты следишь за мной сейчас, я нанесу тонкий слой майонеза. Понимаете, что бы было, если бы меня рядом не было? Да, если бы тебя не было. Хлопись! Много майонеза. Вот так. И немножечко майонеза на картошечку. И можно вот так вот здесь чуть-чуть помазать, тоже майонезом растереть. Маска из майонеза тоже очень хорошо. Всё. Одежду из майонеза не делаете вы еще? Ну и что я люблю майонез? Я люблю его. Ассистенты вам нужны? Вот как вот мне иногда хочется услышать, да, я люблю его. Не про майонез, а про майонез люблю. Ой. Запускаем. Оп. Что это? Кто это? Поклонники пишут? Или это как вот твой топинамбур? Слушай, или... гости опаздывают. Просто прекрасно. Успею приготовить десерт и сделать прическу. Подожди, ты что, уходишь? Все, бай-бай. Понимаете, вот так. Вот так вот всегда мужчина остается на кухне один, и женщина в самый неподходящий момент покидает его, и он, истинный воин, остается с телятиной один на один. В войне за вкусное и здоровое питание самая трудная битва – десерт.
Среднестатистический кусок торта способен увеличить калорийность трапезы почти в два раза. Я думаю, что десерт – это самостоятельный прием пищи, который должен быть как минимум в 2,5 часах относительно основных блюд. Поэтому на полдник, да, можно предпочесть с небольшим кусочком тортика, пусть даже привычного продукта, желанного продукта, чашечку чая, получить удовольствие от этого продукта. Опять-таки, общаясь со всеми, напомнить себе эти вкусовые впечатления. Чтобы снизить вредные свойства десерта, диетологи советуют дегустировать сладкое микродозами. Поверьте, для того, чтобы получить впечатление от этого продукта, достаточно взять небольшой кусочек, но подольше прогонять полость рта. Впечатление создается исключительно на рецепторной зоне полости рта. Именно отсюда, коротким путем, импульс, собираясь от совокупности впечатлений от съеденного продукта, направляется в центр насыщения-удовольствия. Нам достаточно 2-3 малюсеньких кусочков. Чтобы воспользоваться этим советом, нужна железная воля. Другой вариант – постараться свести вредные последствия к минимуму еще на этапе приготовления торта. Господи, какая красота, Виктория! Даже не узнать вас, я мог вас перепутать с кем-то. А вы в десерт тоже майонеза подложили? Нет, майонез уже закончился, но я предложу гостям что-то совершенно другое. Боже заграничный мой продукт. Что же это может быть? Торт киевский. Мечта любой хозяйки. Потому что, если ты не хочешь тратить время на выпечку, а хочешь потратить его на себя, купил и вот в рюшечке нарядился. То есть, если вы хотите добить себя окончательно, то после оливье, после жульенов с сметаной и грибами, после курицы с картошкой и майонезом, не стесняйтесь, дорогие друзья. Отрежьте себе кусочек киевского торта и на прощание можете сказать всем. Так и поступлю. Прощай! Талия, здравствуй, большая попа. Что ты предлагаешь? Я предлагаю есть, Виктория, потому что вам все равно терять нечего. Я предлагаю десерт, который вдохновлял всех классиков русской литературы. От Пушкина до Льва Толстого. В саду служанки на грядах сбирали ягоды в кустах. Александр Сергеевич Пушкин. Слушай дальше. Салым соком ягоды на коже. Нежная, красивая была. На закат ты розовый похожа, и как снег лучисто и мила. Есенин! Они все обожали этот десерт и заставляли своих любимых женщин готовить этот десерт под названием «Ягодный сон». Я даже вижу, как Асидора Дункан вот так вот, 1, 2, 3, и взбивает Есенину десерт этот. Даже Лев Толстой любил десерт, говорил своей жене: «Софьюшка, ну дай мне ягод, ну просит душа ягод у меня русская». Бедная Софья Андреевна. Что? Бедная Софья Андреевна. Бедная Виктория Агапова, которая ест вот эту гадость из магазина и не знает о чуде этого десерта. Так, помогай. Значит, для приготовления этого десерта нам понадобятся ягоды. Виктория, молчите, у вас это хорошо получается. Вы вкидываете ягоды сюда. 2 яйца. Отходим. 1 яйцо. Да, Виктория. И тоже будет с вашими поклонниками, если будете себя плохо вести. Так, после этого нам нужно чуть-чуть сахара. Ну, если кто-то сахар не любит, можно заменить это фруктозой. 1, 2, 3. Так, значит, сахар. И закрываем. Виктория, наконец-то я нашел функцию для вас в нашей программе. Нажмите кнопку. В 100 граммах киевского торта 441 килокалория. А в 100 граммах ягодного десерта около 150 килокалорий. Вот у нас готовится, а пока будет готовиться, я расскажу, как обычно в моей семье это делали. Родители делали этот десерт, раскладывали по креманкам, и нам доставалась огромная кастрюля. Детям... И сахар туда добавил? Да, добавил. И мы облизывали пальцами с стенок этой кастрюли этот прекрасный десерт и чувствовали себя ничем не хуже Толстого, Пушкина и Есенина. Так, стоп. Виктория, готовы? Вот так вот. Блендер, ягоды, сахар, яйцо и все это в такую... А как же Софья Андреевна без блендера справлялась? Магическая сила пальчиков. Шучу, Вика. Это и есть одна из самых больших загадок русской литературы. Пробуй.
Обжигающий, словно лава, ты украл мое сердце. Слава Богу, что я не вот смотрю. Оно работает! Магическая сила искусства! Что, хватит радоваться, иди лучше, переодевайся. А ты, иди, пожалуйста, все не съешь, и гостям останься. А то как-то надо же соответствовать хозяйке. Совместить праздник и здоровое питание удалось только Нине Николаевне. Комбинацию зеленых салатов и жареных баклажанов одобрит любой диетолог. А один бутерброд со шпротами вряд ли нанесет организму большой ущерб. Итак, традиционное праздничное застолье вполне возможно пережить без вреда для организма. Но надо помнить, главная проблема не в составе блюд, а в их сочетании. С картофелем жареная курица после салата оливье залакировывается, я смотрю, какими-то десертами. И очень хочется им сказать: постойте, постойте, немножечко остановитесь. Понятно, молодость, она берет свое. Наверное, движение, спорт, фитнес, ребята в хорошей физической форме, это видно, наверное, позволит скомпенсировать огромное количество калорий и ту низкую достаточно скорость обмена веществ, которая создает конгломерат брошенных в топку организма продуктов. Какие воспоминания мы сохраним, когда праздник закончится? Будет ли наше застолье только приемом пищи или станет настоящим торжеством? Во многом это зависит от состава нашего меню. Если стол ломится от жирных и калорийных блюд, веселье за ним мы вряд ли дождемся. Человеку, который приходит и принимает участие в застолье, забрасывает в себя 3-4-5 блюд, абсолютно неразборчивое сочетание. Чтобы в праздничный сезон сохранить ощущение легкости и здоровья, нужно придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, не стоит голодать весь день в ожидании застолья. Отправляясь в гости, нужно слегка перекусить. Во-вторых, сама еда во время праздника – это не самоцель, наверное. Мы увидели людей, с которыми давно не общались. Мы готовы поделиться какими-то впечатлениями. Мы можем получить комплименты, улыбаться. Остальное – дело техники. В данном случае – техники правильного поведения за столом. Трапезу лучше всего начинать с салата. А между дегустацией разных блюд – делать перерывы. Безусловно, после каждого блюда можно было бы встать, потанцевать, подвигаться, погулять. По крайней мере, создать условия для хоть какого-то ускорения обмена веществ. И дело не только в физическом здоровье, но и в душевном равновесии. Ведь праздник – это время, когда мы можем открыть в жизни новую страницу и стать на шаг ближе к исполнению заветных желаний. Да-да. Че, да-да? Ты вообще где шок? Где? А я в шоке, да? Ты в шоке? Ты меня я видел в шоке, вот? Ты прекрасен просто. Просто прекрасен. Вик, давай серьезно. Подходишь ко мне нормально. Мы давно познакомились с тобой, давно вместе. Не так уж давно. Для меня это большой срок. Сегодняшний праздник, я долго думал, что подарить тебе. Чем отметил этот день. Ты знаешь, я подумал, столько ты приготовил уже на этом нашем проекте, столько съела. Поэтому, Виктория, я от всего сердца дарю тебе весы. Вот так вот, да? Да, Вик. Хорошо. Это безмен. Пусть ты спрашиваешь, спасибо. Как пользоваться этим. Я прекрасно знаю, как пользоваться. Я раньше на рынок ходила, вот так картошечку, хоп. Вот слово «раньше», мне кажется, не актуально в этом случае. А, ты показал мне сегодня, что ты человек с силой воли, так, с характером. Можешь есть только вот это вот. А красоту? Несмотря красоту на то, что увидели? Есть оливье, торт, курочка. Получай. Так, наконец-то. Наконец-то сбудется моя детская мечта. Что получай. Это такое? Это твой новый друг. В интернете ты прочтешь, как за ним ухаживать, может быть, научишься. Что значит научусь ухаживать? Это что, живое? Живое. В интернете прочтешь, он полезен микроэлементами, витаминами. Только самое главное, не забудь, что надо не есть, а пить. Друзья, это провокация. Что, наливаешь уже? Да. А как же гости? А, действительно, зачем нам гости, Виктория? Ой-ой-ой. О, пропадай, моя телега, все четыре колеса. Ну что, давай, пока гостей нет, тогда придется, мало того, что ты разлила весь мой подарок на стол, бери. Вик, ну ладно, если серьезно, я очень рад, что я с тобой работаю, что с тобой познакомился. И хочу от всего сердца пожелать всем нашим телезрителям здоровья, счастья, чтобы
за вашим столом всегда было столько же юмора, столько смеха, столько же позитива, сколько у нас с Викуськой, и чтобы вы никогда не переедали и знали, что желудок у вас один. Самое главное, можно все это есть, и можно праздновать, и есть различные салатики, но не надо наедаться так, как будто это в последний раз. Праздников у вас будет еще много, и вы много раз сможете еще почувствовать вкус жизни. За вас! Ой.